обнаружили, что чрезмерное увлечение апельсинами увеличивает риск развития рака. Исследование показало, что у тех, кто съедает более одной порции цитрусовых в день, вероятность меланомы повышается на 79%, а ежедневное употребление более одной порции апельсинового сока увеличивает риск на 54%. В особой опасности находятся люди со светлой кожей и голубыми глазами. Причиной такого коварного действия называют вещество псоролен, которое содержится в цитрусовых. Оно обладает фотосенсибилизирующими свойствами, то есть повышает чувствительность кожи к действию ультрафиолета. Это особенно плохо для людей, часто выходящих на солнце. Ведь меланома – одна из самых стремительно развивающихся разновидностей рака. Часто ее обнаруживают на последней стадии, когда сделать уже практически ничего нельзя.